Всем привет! Всем привет, ребята! 4 января на часах. Мы выбрались погулять на гору Алчак, чтобы показать вам красоту Крыма, показать вам красоту гор, морей, судака. У нас вот пару дней назад была теплынь такая, я даже купаться собирался. А сегодня вот так уже прохладный немножко ветерок. Оля у нас даже вот подзамерзла, ну потому что она у нас это... Да. Северная девочка. Ай, не бей меня! Мара вон гуляет, камни. Да, вышли с собаками погулять и просто решили вам показать вот такую... Мы даже пофоткали. Да, пофотографировались. Оля пофотографировала какие-то кадры, я пофотографировал. Просто хотим показать вам Крым. Но мне все равно нравится зайти и посмотреть на море тихое. Блин, а мне вообще вот в Крыму очень нравится. Вот столько свободного времени зимой. Всегда можно вот так с детьми выйти прогуляться, чем-то там позаниматься, поиграться с собакой. Там что-то. Все-таки в больших городах не хотел бы я вернуться. Ну и если вам нравится Крым, приезжайте хотя бы летом, а вообще лучше даже зимой. Зимой вот эти все тропы, достопримечательности, они такие более открытые, более настоящие, не жаркие. Сейчас муха залетит и насрет там себе. Всем привет из Крыма! Я была на фестиваль «Генуэзский шлем». А вы там были? А вот то гора Сокол. Я была там с ночевкой. А вы там были? И я там была.